Фронтовики-инвалиды Великой Отечественной войны смогут пользоваться услугами телефонной связи безвозмездно при помощи новых мобильных устройств, в которые будут занесены все необходимые для пожилого человека номера тревожных служб, лечащего врача, соцработника и волонтера. Акция стартует в Подмосковье 10 августа и продлится месяц. Инициатива ее проведения принадлежит волонтерам Победы. Идею активистов поддержал Президиум Генсовета «Единой России».